Экспорт орловской сельхозпродукции в 2020 году вырос на 3,3% от планового показателя. Об этом сообщает портал областной администрации. Увеличить экспорт продукции агросектора в текущем году – такую задачу перед нашим регионом поставил федеральный центр. Орловщина эту задачу выполнила за 11 месяцев. Объем экспорта составил 93 миллиона долларов США. Наибольший рост показали следующие виды продукции. Картофель – увеличение объемов в 5 раз, соевые бобы – в 3 раза, семена льна – в 1,5 раза. Также активно начали экспортироваться ячмень, семена подсолнечника и кормовая продукция. Одно из основных направлений орловского экспорта – традиционно продукция масложировой отрасли. Ее отгрузки за рубеж выросли на 12% от плана. Если говорить об экспорте в целом, то за 11 месяцев 2020 года объем отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности превысил плановый на 51%. Напомню, региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» реализуется на Орловщине в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».